6 июня отмечается День русского языка. Этот праздник отмечает не только Россия, но и весь мир. Этот праздник совпадает еще с днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И, конечно, это событие, это праздник и возможность приобщиться к литературному русскому языку, потому что Александр Сергеевич Пушкин – основатель русского литературного языка. В связи с этим Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» приглашает студентов Казанского федерального университета принять участие в международной просветительской акции «Пушкинский диктант-2020». Почему это нужно? Потому что это очень интересно, это очень важно. Для молодежи, мне так кажется, всегда было характерно стремление быть первым, быть лучшим. А культурные ценности, интеллектуальные ценности никто никогда не отменял. Они вечные. И поэтому, участвуя в этом диктанте, молодые люди не только филологических факультетов, но и технических направлений, математических, естественно-научных, они могут попробовать свои силы. Как я знаю русский язык, как я знаю язык Пушкина, как я пишу. В связи с пандемией в этом году все задания придется проходить в режиме онлайн. Но это не преграда, ведь и сам Пушкин победил в Болдино холерный карантин, создав свои шедевры в потрясающую осень 1830 года. Почему еще пушкинский диктант так значим для нашей страны? Потому что Россия – страна многонациональная. В ней живут разные народы, которые говорят на разных языках, но русский язык, язык Пушкина, является вот той силой, да, тем стержнем, той объединяющей силой, которая называется Российская Федерация, российский народ. Поэтому, принимая участие в этой акции, мы еще показываем свою активную гражданскую позицию. Для участия в пушкинском диктанте необходимо ознакомиться с инструкцией и пройти регистрацию по ссылке, которая указана на экране. Заявки на участие принимаются до 6 июня. Будут подобраны специальные тексты, тексты художественные. И вы не только будете писать диктант, но вы еще будете получать эстетическое удовлетворение. Дорогие студенты, мы всех вас приглашаем принять участие в этой акции. Принимайте участие в пушкинском диктанте. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.